Три фуры с гуманитарной помощью из Кыргызстана прибыли в Костанайскую область. Груз доставят пострадавшим от паводков в эвакопункты. Наш корреспондент Динара Абдирова находится на месте. Динара, здравствуйте. Сколько тонн гумпомощи направили в регион? Динара, вы уже на связи? Как слышно? Здравствуйте. Слышно вас очень хорошо, Лунара. Здравствуйте еще раз. Я отмечу, я сейчас нахожусь в основном пункте сбора гуманитарной помощи. Он базируется в региональном университете имени Ахмета Байтурсунула. И, как вы видите, уже за моей спиной прибыло три фуры. Одна припаркована немного далеко, а первую фуру уже разгрузили. Это гуманитарная помощь от Кыргызстана. Они направили 40 тонн гуманитарной помощи. Это все необходимое для пострадавших от паводков. Вообще, в целом, Кыргызская республика инициировала отправку гуманитарной помощи в 4 региона Казахстана, и именно в Кустанайскую область она прибыла самой первой. Я сейчас, рядом со мной находится Мирзат Медетканов, это старший офицер отдела вооружений и техники управления тыла МЧС Кыргызской республики. Вот он нам сегодня подробно расскажет, какая именно помощь прибыла в Кустанай и в какие еще области направят. Саламатсыздар бы. Жалпы гуманитардык жардам Казахстан Республикасынын 4 багытта жиберилген. Азыркы учурда Кустанай шаарына биринчиден болуп келдик. 3 оор жүк ташуучу автоунаа менен жиберилген. Жалпы Кустанай шаарына келген жүктүн салмагы 40 тоннаны түзөт. Бул жерде жүктүн эң негизги биринчи кезекте керектелүүчү азык түлүктөр, жылуу кийим кечелер жана суусундуктар, электр жылыткычтары, журкан, төшөк, жаздыктар жиберилген. Азыркы учурда бул университеттин складына гуманитардык жардам кабыл алуу бөлүмүнө түшүрүлүп жатат студенттердин жардамы менен. Мындан тышкары 3 тарап азыркы учурда кетти. Уральск, Актөбө жана Атырау шаарларына дагы азыр биздин жардамдарыбыз жолдо жүрүүдө. Рахмет Улькен. Я отмечу, что вот коротко расскажу, что прибыла сюда бытовая химия, постельные принадлежности, обогреватели, резины, сапоги и так далее. Направят 4 региона, это в ЗКО, в Кустанайскую область, Актюбинскую, и все это в скором времени уже доставят. Рядом со мной также есть представитель Акимата областного. Здравствуйте, Ренат. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, помимо Кыргызстана в Кустанай, кто еще направил гуманитарную помощь? В какие области? Данный эвакуационный пункт работает 2 дня, как паводки начались в городе Костанай и Костанайском районе. Работает 2 дня, у нас два пункта работают, которые принимают гуманитарную помощь. До сегодняшнего дня на эти 2 пункта поступили около 30 тонн гуманитарной помощи. Они прибыли в Меркенский район Жамбылской области и город Астана. Также наши регионы свои отправили, город Лисаковск и город Костанай. А также жители направляют сразу же первая необходимость, какая есть, мы сразу раздаем населению. В первую очередь получают люди, которые эвакуированы из домов, и волонтеры, которые участвуют в противопаводковых мероприятиях, они забирали. Им дается в основном мешкотары, обувь и лопаты. Спасибо большое. Я отмечу, что сейчас в области трудятся больше 3500 волонтеров, и только в Кустанайском районе почти 2000 волонтеров. Сейчас этот груз складируют в спортзале университета, затем будут направлять уже в эвакуационные пункты. Лунар, у меня на этом все. Вам слово, если есть вопросы. Благодарим, Динара. Благодарим. Это была наш корреспондент прямо из Кустаная.